вас много здесь еще? Так. Ага. Вы близок, идите да, наверх. Блин. Надо вылечиться. Ой, как мне неохота сейчас переключаться. 100 раз. Лечилки закончились. Лук. Лук, лук, лук. Кстати, для призванного лука помогают яды или все-таки это как бы призрачный лук? Не знаю. Опять лечиться без конца. Устал я. Иди туда. Для магии. Почему она быстрее меня это делает, когда я не успеваю еще даже натянуть эти его? Иди уже разберись с ней. Лучники в любой игре проблема. Ах, у меня там опять беспорядок эмоциональный. На заднем фоне я не могу сейчас говорить много. Такие вот дела. Что у нас здесь? Кто это будет все тащить? Роза Сандина. Если бы это было так. Корень мирно. Давайте сохранюсь отсюда.
Ой, блин. Воду не может, это хорошо. Я отсюда буду с помощью лука помогать ему. Он еще и стрелы, оказывается, может запускать нас. Что-то я не помню такой способности, нифига себе. Он еще может уклоняться. Нормально вообще? Ох. Почему так все плохо? Нет. Ломбаршек. Сделали невидимым. То есть хотите сказать, это две мерзкая штука? Да. Я еще помогла сама добраться до нас с помощью того, что мы превратили его в курицу или краба, или в дремуру. Сейчас он доберется до нас. Так. У меня нет лечения. Не может себя лечить. Почему они такие неубиваемые? Как будто сложность не меняла. Никто другого и не ждал. Скажите мне, пожалуйста. Да, мастер. В некоторые моменты казалось, что на легендарке легче. И они, кстати, не добавляют весу, их можно продать. 12 штук алый нирн, корень нирна мы можем только здесь в черном пределе добыть. Мы нырнули в поисках алого нирна, мы здесь все изучаем. У нас куда? Заброшенная насосная станция, нам туда не нужно. Он растет там, где водоем. Поэтому мы здесь все изучаем. Я по кругу, да? Проплыла. Так, теперь надо с другой стороны проверить.
Так, я слышу что-то. Угу. Осталось еще половину. 16 штук. Ну, почти половину. Ладно, как нам выбраться? Наверх подняться. Здесь мы все проверили. Так, я слышу еще один. 15. А потом мы должны доставить ведь это кому-то, да? Тому ученому. Алхимику Скинграду. Все родили. Но нам заплатят, но мы же это делаем ради квеста больше. Конечно, нам здесь нужны деньги в игре. Ой, что ты вообще как-то не обрадовалась этому. Апл. Мне еще хотелось сделать это тихо. Призывать Розу Сангвина, а получилось, как всегда. Нет. Я последний камень потратила. Ледяные тролли, это серьезно. Он еще регенерирует. Ой, блин. Надо себя вылечить. Хорошо, что не померла. Значит, надо быстрее его добить, он ведь регенерирует. Помри уже. Вот так вот. Как действуют настоящие маги. Затейники. Ну куда вот я без этих волшебных посохов? В этих непроходимых местах они точно корень мирно охраняли. Это волшебный 16-й номер из нашего списка. Что это там за волшебная штучка светится издалека? Ну, пойдемте подойдем поближе. Да здесь полно квестов. Еще не один раз сюда спустимся. Я, смотрите, просто не осматриваю все вот эти вот развалины, казармы. Я туда зайду, больше потеряю, чем приобрету. Может, конечно, мы там будем что-то осматривать, но одна я это все не унесу. А меня уже существенный перевес. Вижу этот коринирный. Сейчас мы спустимся вниз. Да, смотрите, это космический корабль. Смотрите, какая красота. Блин, я прям завораживает, гипноз. Ой, немножко голова закружилась.
Гипноз, гипноз. Меня загипнотизировало. Это каменная стена. Так, по-моему, вернулись обратно. Блин, настолько он редко растет. Мне кажется, мы там не все осмотрели. Так, как мне вернуться? Слышу что-то. Ага. Ага. Как ты сюда попал, дорогой, оказаться в таких местах? Ты растешь. Как вот этот ученый собирался тут залазить? Без помощников, я не знаю. Мы здесь были? Да, мы здесь были, я тут, ну, в самое начало пришли. Вообще здесь надо руины Димерские осматривать. Так, я прислушиваюсь по звуку. Мы их можем найти. Немножечко устала. Что-то он совсем здесь редко растет. Очень сложно его найти здесь. Тут сюда, наверное, попал Алиса в стране чудес. А в этом Ведьмаке тоже вроде есть там уровень какой-то, да? С такими же мутантскими грибами. Вы мне не рассказываете полностью, просто скажите, да или нет. Подробности не нужны. Так будет неинтересно. Что это за величественная пирамида? У вас кто? Это великан или фаун? Вы кто такие? Блин, у меня все закончилось. Там морки или нет?
Прислужник. Палмерский. Почему прислужник? Вот не вовремя такие. Это орк. Сейчас кота надо пустить, он надрывается. Да стой на месте, а. Достал меня. На дальнее расстояние надо призывать Атронаха. Есть такой вот яд, наносит противнику 50 единиц урона. Ну, близко, конечно, подходить опасно. Я отсюда сохранюсь. Закончилась выносливость. Нам кого-нибудь призывать на помощь. Виноват Атронаха. Как отвлекающий маневр. Ничего, как мы с ними справимся. Лечение. Нет. Она. Стрелок. Один наверху. У нас здесь. Тронок быстро нашел дорогу к нему. В общем, внутрь я заходить не собираюсь. Но вполне возможно, здесь есть еще корень. Мирно. Поэтому надо здесь осмотреться. Я здесь не была, кстати, в первый раз. Какие-то забытые руины и очень большие фаундерские. Люди здесь прислуживают фаундерам почему-то. Может быть, они их рабы. И у них ничего не остается, они их помиловали, они им служат. Может быть, другая причина, которую я не знаю. Я просто предположила. Вот, сейчас мы здесь... О, кстати, коренирно. Да, правильно, что я сюда зашла. Внутрь я заходить не буду. Я чисто по заданию. Повторюсь еще раз то, что мы здесь не один раз будем. И еще вернемся.
Skyrim нереально большая игра. Долгая, длинная. Поэтому так вот. Мы здесь просто осматриваемся. Может, издалека что-нибудь увидим. Кстати, у меня там... Хомяк опять что-то закапывает. Любит обустраивать свой дом по-разному. Один день у него так, другой день у него так. Для того, чтобы уснуть, я нарвала ему бумаги. Я просто раньше не знала, что хомяки делают из бумаги себе эти коконы. Гнезда. Но они гнезда делают из сена. То есть пока он себе укладывал сено, я засыпала. И сегодня целый день пыталась его тормошить, чтобы он все-таки днем бодрствовал, а ночью спал, но он ни в какую не хотел. Я посадила его в прогулочный шар, и он не уснул. Прикольно.